Привет, девчонки, мальчишки! Ура! Мы приехали к нашей любимой мамулечке и бабулечке. Вот, сегодня после поезда, приехав в город Кирово-Чепецк, всем чепчанам большой привет! Купили бабулечке у нас сегодня вот такой букетик. Красота какая! С Дуняхой выбирали розы. Купили, так как скоро Новый год, и, естественно, мы не будем Новый год отмечать у бабушки и мамочки. В общем, ей подарили вот такие небольшие подарки. Набор косметики Кора называется. А, не знаю, почему ее выбрала, но вроде как продавец посоветовал ее. Хотя мне, я думала купить Лореаль, набор Лореаля, но она сказала, нет, возьмите лучше Кору. Вот. Я взяла крем, значит, для всех типов, день-ночь. Взяла гамаш деликатный для всех типов, и включая чувствительную кожу. И взяла крем-гель для век. Не знаю, ну, конечно, просто, чтобы чуть-чуть хотя бы так увлажнить. Ну, в общем, я хочу сегодня с вами поговорить о белках. Сколько же я ела белков, что у меня так растянулась моя обвисла кожа. Многие мне пишут, что значит, что ты неправильно питалась, у тебя обвисла кожа, ты мало ела белка, вот моя мама, вот моя бабушка, там в 50-60 лет, ели много белка, делали ванны, делали массаж, ничего у них не обвисло, ну ничего, после 100 с лишним килограмм ничего не обвисло у человека. Только я такая плохая, ну, в общем, ела мало белка. Ребят, я ела белка, сколько мне назначил доктор, а это 75 грамм. Мама, я ела попить. Хорошо, дочь. Вот, 75 грамм я ела белка. Потом, значит, ой, мало. Как и доктор прописал, как говорят. Я не ела углеводы. Вот это я не ела. Но белка я в день ела очень много. Это практически там творог, сыр, яйца, кефир, вообще мясо куриное, котлеты куриные, это все, можно сказать, что это все белок. Потом, значит, ну, я считаю, что не может кожа вообще прямо подтянуться. Прямо, ну, прямо, я не знаю, там, чтобы прямо идеально было. Все равно она останется дряблой. Это как бы она растянутая, эта кожа. Она эластичность может будет, ну не знаю, может мама, через несколько лет. Надо. Что? Надо тутить. Кушать? Она уже поела, все, она ест только два раза в день, Дуся. Да? Собака, да. Mm-hmm. Это у мамы собака, тут да. Дуся пытается ее накормить. Да. Попить. Молодец, Дуся, спасибо. Вот. Вот, значит, ну все. Вот что я до вас хочу донести, что белка мне явно хватало. Но так как я не очень часто ходила в спортзал, там, может быть, не ходила. Дуся, я понимаю, ну подожди, я разговариваю с людьми. Вот, может быть, то, что я не, как бы сказать, не делала, не ходила, массаж, это тоже, наверное, какой-то минус, это естественно. Вот. Так что я считаю, что я употребляла нормально все. И мне все хватало. Просто действительно физических упражнений было мало. Ну что? А насчет того, что как правильно рассчитать белки и сколько нужно в день, я не знаю сама. Вот я думаю, что, может быть, я как-нибудь лягу в институт и узнаю своего лечащего врача. Мне самой тоже интересно. Как же это рассчитывается, по какой формуле это все они рассчитывают и нам это дают. Ну, в общем, запомните, ела 75 грамм белка. Делай монстр. Хорошо. В общем, так что жизнь бьет ключом и все по голове.
в городе Кирово-Чепецке такие уже хороший морозец. Купили сегодня Дусе ледянки. Дуся выпрашивала ватрушку, вот эти вот пухлые, которые, как называть они, санки, не санки. Но так как мы ездим сюда редко, как раз полгода, может раз в год, то я посчитала, 1000 рублей выкидывать на какие-то ватрушку, это бессмысленно. Я купила Дусе простую ледянку за 250 рублей. Вот. Конечно, дети тут катаются на ватрушках, потому что снега много. В Москве же у нас смысла нет покупать такие вещи. Вот. Ну все. 19:00 вечера. Сейчас буду загружать видео. Пообщаемся, увидимся. Давно не выставляла. 2 дня, наверное, уже. Соскучилась по вам. Все, большое спасибо, что вы меня смотрите. Подписчики прибавляются. Это очень круто. Спасибо вам большое. Все. Отдых начинается! Ура!